Друзья, всем привет! С вами компания Fusion Technologies и я Александр, технолог производства. Сегодня сделаем небольшой обзор на две новинки. Текстура Криптек и полупрозрачная такая текстура, довольно интересная. Начнем с текстуры Криптек. Сама по себе она достаточно темная. Лучше печатать на белую, на светлые тона. Отпечатаем и на белую базу, и на базу скотч. Температура воды у нас 27-28 градусов. И при этой температуре выдержки на воде для нее 2,5 минуты будет достаточно. На активатор настройки краскопульт HVLP DUSA 1.3. Рабочее давление 1. Подача материала 2,5 оборота. Стандартное нанесение. Итак, 2,5 минуты у нас прошло. Наносим активатор. Ждем секунд 10-15. Отпечатаем на белую базу для начала. Отпечатаем эту же текстуру на базе цвета скотч при тех же настройках. 2,5 минуты у нас прошло. Ждем секунд 10-15 и также отпечатаем. И вторую нашу новинку также отпечатаем. Попробуем в разных исполнениях. Текстура сама по себе полупрозрачная. Отпечатаем на черную базу. Посмотрим. Температура воды такая же, 27-28 градусов. Время выдержки на воде также выставим 2,5 минуты. На активатор те же средние настройки. Рабочее давление 1, 2,5 оборота подачи материала. Итак, 2,5 минуты прошло, наносим активатор. Эластичный становится практически сразу, 5-10 секунд, ждем и печатаем на черную базу. Промоем образец. Так, образцы наши промыты, покрыты лаком. Первый вариант на белой базе под матовым лаком. Та же белая база, но под глянцевым лаком, выглядит вот так. На базе цвета скотч под матовым лаком. И дополнительно всегда можно обыграть каким-то оттенком кэнди. Данный образец отпечатан на базу скотч. Один слой кэнди золотой дуб под матовым лаком. И на белой базе та же самая текстура, притонирована после промывки кэнди желтым, один слой. Текстура интересно смотрится как и под матовым, так и под глянцевым лаком. На черной базе также отпечатан образец на черной базе под глянцевым лаком. Плюс ко всему текстура интересна тем, что можно ее дополнительно обыграть практически любым оттенком кэнди. Данный образец на черной базе под глянцевым лаком, два слоя кэнди красный. Черная база, глянцевый лак, два слоя кэнди, зеленый лайм. Если возникнут какие-то дополнительные вопросы, пишите нам в комментарии. С вами была компания Fusion Technologies. До новых встреч!